Привет, вечер 26 числа. Вот у нас магазин закрылся, Вилка. Ушел в администрацию, как здесь называется, administration. Не знаю, что здесь будет, но у него не было продаж. А здесь все для дома было, я тоже в него никогда не ходил. Закрылся магазин такой большой. Не знаю, может какое-то время просто будет, ничего не будет. Я помню, они выставили все к Хэллоуину, тыквы, да все это. И ушли. Вот, еще Маркс и Спенсер тоже, который в центре у нас. Она мне сказала, что прибыль не приносит и будет закрываться в октябре. Вот, а который на окраине, там останется. Не знаю, что будет взамен. Кстати, вот эти петуньи, конец сентября, вот они как разрослись в итоге. Я их снимал, когда их только высадили. Сейчас вот так вот выглядят огромные-огромные корзинки. Они все цветут, как бы не завяли, ничего. Большие цветы. И вот там тоже на банке. Тоже они висят. Я иду с Теска. Такие журналы бесплатные, каталоги. Закупился в аптеку, зашел, лекарства собрал свои бесплатные. И это... Ой. Погода сейчас хорошая, поэтому домой не тороплюсь, иду гуляю. Лондонский банк здесь у нас. У нас такого, кстати, не было в этом в Оксфорде и Уитни. Метробанк — это банк из Лондона. Ну, такой, как бы сказать, больше городской, что ли. Нет у него столько много этих отделений, как у других банков. Сейчас отсюда это вся всех цветов. Тоже, кстати, ни разу не был в этом магазине. Там тоже все для дома. Ни разу там не был. Там продают и ковры, и шторы, и какую-то мебель. Короче, такие дела. Немецкий магазин, вот этот вот зелененький. Дочман. Немец переводится. Немец, да, немец. Или немка. А нет, немец. Мужчина же ман. А это агентство туристическое. Круизы всякие продает по всему миру. Такие дела. Я тут... Это тоже какой-то обувной магазин. Обувь продают. Жалко, жалко, что Вилка закрылся. Ну, в принципе, это все сейчас онлайн же. Все эти магазины, они часто нерентабельны, потому что это надо все это платить. А онлайн можно все заказать, на дом привезут. Все эти магазины, они все есть онлайн, все доставки. Не знаю даже, что там они откроют, не откроют. Вот такие фонари прикольные. На этой улице. Вот в ту сторону. А вот это Debenhams магазин тоже закрыт. Я приехал, он уже был закрыт. Он на реконструкции. Ну, вот, в смысле, написано Debenhams, он там дальше. H&M работает. Clarks, это тоже обувь. Тоже работает дальше там. По той улице туда. Туда. Распродажи до сих пор продолжаются. До этого были 60-70%. Сейчас такие уже поменьше, но до сих пор идут еще распродажи. Так что такие дела. Приятного вечера. Волосы цветные у девочки. До связи, в общем. Длинное видео. Получается. Чайники. Вот фильтр для воды прикольный. У меня есть тоже. Вот тоже фильтры. Вот там весь магазин кухонной техники всякой. А вот как ночью эти экраны смотрятся. Вечером уже темнеть начало.
Рано. Остатки летней роскоши. Отель еще не открылся. Но там уже устанавливают. Что-то там уже устанавливают. О, там еще сколько что-то. Все такое электронное. Вот так вот будет выглядеть. Половина восьмого. Уже хожу. Надо было озонатор включить, уже часа два я хожу тут. Гуляю. Subway решетку закрывает. На некоторых магазинах есть решетки, на некоторых нету. Это Virgin Money, это тоже банк. Virgin. В банках у нас нету дефицита. Одни банки всякие. Это библиотека. Такая вот библиотека на первом этаже. Наш кинотеатр. И тоже там шоппинг-плаза, магазины, кафе. Thank you.